дозиметрист, модельер, психиатр, фотограф, лаборант, фермер, маляр. Что между ними общего? Эти и многие другие профессии представили сменовцы на первом этапе конкурса «Битва профессий». Главная цель участников ярмарки – привлечь большое количество участников к своей площадке. Здесь в ход идет все. Стенды с яркими надписями, костюмы, сделанные вручную, песни, кричалки и интересные факты о профессии. Дозиметр – прибор для измерения уровня радиации. Безопасным считается уровень радиации до 50 микрорентген в час. Радиация – это излучение, способное нанести огромный вред для окружающей среды и человека. На каждой станции нужно выполнить какое-либо задание. К примеру, склеить дом из спичек или пластиковых стаканов, собрать ингредиенты для блюда или послушать инструктаж по безопасности, находясь в импровизированном авиалайнере. К этому мероприятию мы подготовились за один день, вполне спокойно. У нас работал абсолютно весь отряд, и получилось так, что это нас очень сплотило, и мы стали намного дружнее. Участников конкурса «Битва профессий» впереди ждет еще несколько этапов. Победителя мальчишки и девчонки узнают в финале 16-й смены. Thank you.